Ой, уже утро за окном. Мама, привет. Привет, солнышко. Ты проснулась, я смотрю. Да, мама, я проснулась. Такой сон мне снился про мармеладную страну. Я там подружилась с мармеладными мишками. Ого! Ну потом мне расскажешь за завтраком. А сейчас идем умываться. Умываться? Да, умываться. А я сама себе зубную пасту выберу. Конечно. Ну пойдем. Пойдем. Я еду с апельсином, с клубникой и с малиной. Чего мне выбрать, ребята? Ой, я так люблю клубнику. Поэтому я выберу клубничный. Какая она красная, как клубничка. Мам, какая вкусная паста. Ты только ее не кушай. Но я не могу, я не кушаю, она такая вкусная. Нет, не кушай, ее надо выплюнуть. Хорошо. Я все. Вот так мы личико умываем. Молодец! И полотенчиком хорошенько вытираем. Вот, я тебе принесла брокколи, клубнику и морковку, а еще сока. Ух ты, овощи и фрукты, как я люблю. Давай съедим морковку. Ммм, так вкусно. Клубнику. Ммм. А теперь брокколи. Какая ты молодец, все съела. А теперь запей соком. Молодец! А теперь беги играть. Ура! Ура! Играть! Ребята, ставьте лайки и пишите комментарии, что вы любите есть на завтрак. Переходи на другие видео вместе с нами, куклами и пупсиками. Сейчас на экране 3 видео. Выбирай любое. Оно тоже очень-очень интересное. Пока-пока!